смертны. Я что, дилет взял? Думали, что одолели нас. Сан-Лейн, не Поклонский, давай ты на Альянс заходи. Нас там может человек 5-6 есть. Силы едины. О, зашибись. У меня 15 левел там качну. Поклонский, все голда в сумке есть? Не давай голду Филипсу, ни в коем случае. Он привыкнет и будет. Да потом отдам. Да не отдаст он тебе. Да у меня здесь 40 косарей, там 0. Ну ты знаешь, что там 1 к 100 ценится голда, чем здесь. 100, столько голды здесь, там это... Браток. Кинетика. Да, Саня, подбей кинетику, падает. О нет, караул! Какой караул? Все нормально. Ну да, блин, она почти упала. Кстати, Валерий, ты можешь там хваткой смерти забирать эти бомбы, и они будут багаться. Прожимая срезку, наверное, вот упал. На тебе один этот всего лишь шарик. Кого он, блядь, убивает людей? Ну таунт нажимай. Я вижу, таунт прожми. Протопал. Давай, крылья прожми. Ты не прожал срезку, блин. Зато крылья не прожал. Пиздец, ну блин, 10 ты человек убил. Будешь агрить, боссы, ё-моё. Жесть. Минус 3 уже. Ты чё делаешь, фрешблот? Тебя пиздит кто-то? Он хочет умереть. Ты гонишь, конечно. Кинетика падает. Да, сейчас пойдет. А что это за пора? Ты просто не набил агро. Как упало, бро. Пацаны, вы классно подбиваете кинетику, присты. Бью кинетику, смотри. Не, я уже подбивал. Начал по комнате летать. Что-то вообще какая-то жесть происходит. Так и было у вас всегда? Нет, только сейчас. Не. А, да я пришел. Ты зашел сразу как-то. Ну хули, все на меня смотрят. Ну да. Дайте вихрь сакры. Сакру прожми. Блин, не знаю, протопал. Я еще ни разу не видел, как ты срезку прожимал. Это протопал с гильдии? Божественная защита. РДД, вы будете бить? Скилл, который уменьшает наносимое на 50%. Блин, ты можешь говорить вместе со мной? Тебя кто-то просит это сейчас говорить. Почему сорвали босса? Ты просто не набирал агро, ты его походу просто стаунтил, собирал шарики и все. И ждал, пока хп кинется на него. Конечно, с тебя сорвут. Так, кольцо надо. Поднимайте людей. Минус 4 было. Кольцо. Блин, не знаю. Это... Ну, пускай пойдет Машулечки на ов, как и Жабыч. Это... Жабыч, тебе надо это кольцо? Что это за кольцо? Тебя лучше. Да, но много. Херово это на. Да это кольцо максимум на АДЦ. Так, а что ты ДЦ тогда не отдал? Где у нас ДЦ есть в рейде? Эдди нету, а Машулечка на хила ролит, да? Нет, на лов. Так, что тогда какие вопросы? А, кто-то может резать или как? Я на хила ролю, я писала в РК. А, ну тогда нет вопросов. Ты нахипала? Но она нахипала не идет. Зачем она тебе? Думал так, ну просто. Но ни на кого особо не идет. На ДЦ разве что. А метет у тебя ДЦ? Ну второй спек ДЦ. Ну не знаю, может ДЦ отдать ему более просить. В принципе, я так в ДЦ играю, знаешь, как не ты понял. Пошли, приступ по контролям.
Звездочка, Санни, Кружок и Метеот. Все ушли. К тотемам все ушли, рейд. Ушли к тотемам. Вы не хотите сейчас опять вайпнуться? Я что-то поторопился. Убейте. Звездочку сорвали. Короче, Машуленька, стань Кружок. Кружочек. Квадрат, стань Фрешблад. Играем в Кружок, потом... Вот набрал. Звездочка бежит с каким-то этим. Ничего страшного. Вон, там вот. Ями, звезде стан. Трэш сложнее, чем боссы. А ты слышал, как я тебе говорил приятного аппетита? Нет. А как я говорил, что у тебя что-то с голосом? Нет. Блин, давненько у меня микрофон отключен был. А когда ты? Ну, что это я включил? Да у меня микрофон был отключен перед принцами. А что, слышно было, как я ел, что ли? Нет. Давайте, фулбаф, играем в звезду, Кружок. Машуленька, Кружок, стань Фрешблад, звезду. Сила сферы сделала меня непобедимым. Посмотрели, у меня сейчас будет власть этот крови, все. И я ничего не буду, лед, ничего жать. Короче, все равно тут будет мой. Боб киньте на него, что посрался. Давайте заново бафим его, как пало. Так, давай, кинь на него Боб. Альву можно на него кинуть. Он трепало в рейде и все. До свидания. Все, пул. Нет, пацаны, ну. Кидайте на Макгрегора с Альву. Ты бы знал, блин, как шутить здесь. Умник. Умники и умницы. Ты какой? Нормально подамажил, да? Поднимай Фрешблада. Убегайте спать там, пожалуйста. Протопал, прожимайся, щиток на себе вешай. И ставь печать света и бей этим правосудием свет. Ты больше всех получаешь урон. Как там говорят, молчание золота? Угу. Есть БР, Челим? Прожбал топ ДД в мире. Скорее всего, нам мало ДПС понадобится. А ну-ка, вставай, мы тебя захилили. Так, воинственный выбегает. Дайте бафы по палу.
Жаба. Жаба давит. Кровь. Только бабу прожала. Ты корону на себя прожала, а не бабу. Она корона не снимает этот дебаф. Давайте просто спрели на хп, потом гим на ману. У меня оказывается маны нет уже. Боже мой, все похуй. Смотрю, маны уже нет. Залейте Неркорд. Давайте гимноману спойте. Уже оба. Слава. На удачус. Что будет бугруха или нет? Ух ты, блядь, меня укусали. Как вы считаете, господа? Кстати, что там, кто матч смотрит? Какой счет уже? 1-0. Так, Алия. 21. Щит надо. Превосходный щит. И кто же его заберет? Так. Снова завоеватель. Снова покоритель. Кто не получал? Жабоч получал? Подрочи. Подождите. Чё? Вот, чё тебе там за совет? Вот. Только не агрите. Хилы не дошли ещё. Да блин, Монар, веди себя адекватно, то у нас люди с чата потом говорили, что мы неадекватные. Извините, пожалуйста, люди. Да-да-да, это серьёзно всё тут. А где вы видели вообще полностью адекватных людей, играющих в WoW? Интересно. Ну так вот, Войт есть в рейде у вас. Пятая группа Прист. Это лучший... Это первый недок. Это самое... Да-да-да. Блин, смирный. Слышь, Блад, ты прав, как всегда. Пошли, танки. Танки тут, я здесь. Блин, ну еды... Жрачка у меня. Мистериус, дружище, не АФКш, нам нужен твой адекватный дамаг. Вот это, вообще адекватный? Да, Мистериус нас сейчас подводит. Отошел без предупреждения в АФК и не бьет трэш. Ай-яй-яй. Это тот, которого я обидел, типа, да? Да. Нет. Никто никого не обижал. Просто все слухи. Ой, заливать тинеры Кордоби. Бейте. А че Кордоби сразу? Вы Войду заливаете? Я там 4 сканов. Чуть не обрыгал. Это мало. Прибежали на другую сторону. Только не сагрите, пожалуйста, трэш. Добьете звезду, потом следующего моба.
Мистерио, дружище. Не подводи нас. Почему ты подошел на трэш-квест? Сначала моба без метки не успел поставить, просто от звездочки отходим. Аудасию с гусяра. Зал зашел. Что ты оскорбляешь людей в рейде? Я не оскорбил. Ну, оскорбил. Гусяра — это оскорбление. Да не. Давайте идем на отхил, если есть еще сакру, прожимай протопал. У нас рейд просел. Так просто надо очень идти. Жестко. Надо жестко, чтобы выйти. Это захилить. Все, я жму, блин, все. Тут не только огонь, тут обстрел лучника был. Фу. Мы пережили этот трэш. Пацаны еще придут. Все, пацаны, нет маны. Есть маги столик. Тяни звезду, наверное. Протопал идет танчить весь трэш, а мы бьем звезду. Никто не бьет трэш там. Яме. Ступай. Так, ины рекорда бе. Бля, надо захилить Катинуса этого пала. Маны нету, короче, хильте протопала все. Не всуль себе палку. Тяни следующего. Сожгите мои останки. Это маны, чтобы даже цепуху костянуть. Олег. Что? Я провел расследование, короче. О том, что мы упадем сейчас? Ты прав. Нет, про неадекватность. Это очень невероятная история. Позвольте рассказать Варкам, а вы слушаете? Нет, давай ты расскажешь на Валитре, потому что я сейчас жопу рву. Чтобы это захилить все. Хорошо, да, можешь уже не хилить. Я подготовлю документы. Да, подготовь. Отчет подготовь свой. Трех экземпляров. Заседание будет начинаться на Валитрии. Клажерный. Мы должны узнать правду, докопаться до истины, так сказать. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Мистерия, ты определишь, что это является неадекватностью. И служи мне. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Ну, смотри, Мистерия, ты ничем не лучше тех неадекватов, так как, смотри, ты сказал, что много неадекватов. На мой вопрос, кто, ты сказал, Суслятинка, я оскорбил его дауном. Ну, чем ты хуже, точнее, лучше тех людей, которые оскорбляют других. Так, код есть? Кило спеки. БЦ. По одному. Давай спикай. А нет, подожди, у нас. Оставайся, Велеме нужен будет крит. Блин, ну ДЦ у кого-то есть? ДЦ, я же говорю, ничего. Спикайся в ДЦ. ДЦ и Ярдру будет на рейде. Я и Холи Прист Вальку будем хилить. А протопал чат, да? Да, он, я его в гильдию только сейчас взял. Есть у кого-то рыбка или... Есть, последняя. А, мне дали. Чилим, спекайся, в Эрдру, будем втроем хилить. Ну чё, рыбу поставил кому-то? Силу в брат. Да, спекайся, чилим. Да, навалим, все верно, блин. Смекалку-то проявляйте.
Да, я понял. Вальку будешь хилить. Жабы чесание на рай. Паладины, какой-нибудь рейтик может зайти в портал и полетать с нами под аурой? Только не собирать портал. Аурой коня, да? Не, с аурой нету. Холи Присту, Войду, портал идти? Да, будешь хилить Вальку. Погнали, танки. Фрэш, дай, а дали, все нормально. Давление. Короче, по поводу суслятинки, вот этот Мистерион, да, вот этот парень, он очень с ним хорошо когда-то общался. И этого Мистериона девушка в гильдии, Хан, у нас была в Dark Stars, когда версия, по-моему, была она у нас недолго, короче, что-то сролила и ливнула. Вот, я не знаю, связано с этим или нет, но, в общем, они хорошо общались. Потом суслятинка говорит, встретились в ППГ, и он говорит, типа... Ну, Суслятин говорит, вот я в дарках звание там получил какое-то новое. А этот чувак на него что-то заагрился, начал говорить, что они все неадекваты, и всякую херню, короче, про него начал говорить. В общем, на ровном месте. Вот. И Суслятинка как бы, он и неадекват. Вот. Короче, не знаю, я этого ханта я помню, что-то закинул гильдию. Опять с нами в РС-ку. Потом ливнул и спросил, почему. Ответил, что в другой гильдии, короче, атмосфера. Блин, сливайте подавление, хилить тяжко так. Ваншот не лечит. Встанешь, Элия? Ребята, мы должны хорошо захилить рейд, потому что я смотрю, как-то все туго у вас идет. Мы еще можем упасть. Еще истерей кинуть, да? Да, давай. Право будем идти. Давайте рост. Найс, сам это друид. Сань, гимн отхил. Выделяй Вальку и гимн отхил. Готово. Сал. Подавление змей. Пожалуйста, минус 20% к отхил. Ай-яй-яй, Макгрегор. Упс. Вложение там побросайте. Сейчас я выйду из портала за хилем. Немного не хватило. Можешь на звездочку дать придание силы? Я сейчас захилю его. Да. Я захилил. Так я что-то не понял, этот Мистерио, типа, друг Суслятинки? Да ладно, я уже прикалываюсь. Пошел я на ханта. Заходи. А если кто по-братски?
Давай, роль на уф. Не-не, если бы ты сказал бы просто, мне не нравится, но ты написал много неадекватов. Ну, скажи, Ники. Понятно. Ну, неадекватно это говорить неправду. А что, говорить неправду как раз очень даже адекватно. Выставлять ложь за действительность. Вот это неадекватно. Да, ребят. Наконец я дождался самой веселой части этого инста. Как же я ее долго ждал. Да, время повайпаться. Так, я ставлю каждый сам за себя. Здесь падает лут, который стоит 50к голды. И сами. Ну ты мог остаться трэш побить, или тебе трэш на ханте надо? Не, да не надо, да просто потом заходить долго с Ака на... Ладно. Все, трэш веду. Система. ГП. ГП. Драконов вести? Ну да. Не шим, только не заходи в инст. Я уже присумонил. Блин, ну ты... Этот протопал классно сказал, уже трэш запущен просто. Подходи. Там протопал вроде как отошел. Надо это делать власть. Почти в туалет он. Власть сюда и пить, короче. Все, я сейчас все возьму на себя. Сейчас я разочек. О, Элия, прожми тотем оков. Гнев небес. ПКД, кольцо льда, протопала нет, походу. Вызывайте стадо. Протопала просто рядом стоял этот горшочек, он переполнился, ему надо в туалет срочно. А прикиньте, бывало, у кого-нибудь когда-нибудь вы играете, играете типа, и потом взяли и прямо обрыгались. Не, такого не было. Мне тоже. Классно. Но это было прикольно, особенно если voice activation. И тут... Чё там по матчу? Сколько у тебя сколько, Валера? А, блин, а я кидал грудь на ролл? Да, он сотку маг кинул. Да, забыл передать просто. Может, удастся какое-нибудь колечко взять, боешься? Кстати, у меня есть боешное кольцо, я его не продал. Где там боешное кольцо? Не, ну не в боссе, а в трэше. Но кажется, я когда-то забирал боешное кольцо, и оно куда-то раком возникло. Очень интересно. Даже оно пропало. Вроде... Блин, вроде в начале рейда было человек 15 гильдий, я сейчас отрыву. Три человека с волчата только. 4 нет. Ты еще с той гильдии выйди. И кину лайк. Получишь ип аномалию. Thank you.
Все, Нишимба, заходи. Давайте, кто попадет как под здесь был все время. Не, я имею в виду, что вы садите. Но у меня присумонили еще до босса. О, до запуска. О, жестко, я туплю. Давайте, кто попадет под в ледяные лужи, тот это. Да, давай. Опять, блин, Макгрегор, опять ты неадекватничаешь? Лодку тут раскачиваешь нам адекватности. Бунтовщик, зачинщик, подлец, мерзавец. Вывели тебя на чистую воду. А, был на мутной. Жадность губит фраера. Сидите теперь все гильдии и дергайте на ребро. Написал Кентуха в чате. Интересно. Глупцы, зачем вы появились сюда? Глупцы, зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскала... Так, вот и... Ну да, Сюз Графит, вы подойдете? Да, я тут. Да, заходи. На тапках выпил пусто. Навара нет врага. Не понял. Он обиделся, слышал сарка. Мана кинул в Фредди. Сказали, что Теренас не идет, а Лему. Я заберу. Зе, причем здесь ты? Там кого-то чувака с волчати кинули на Теренас. Тело. Так, все готовы, да? Графиту дайте каску еще. Два года. Все, погнали. Помогите мне захилить, у меня чешка на КД. Погибли. О нет, живи, Элен. Ух. Чё, мы еще говорили про воинственного G2 вора. Сколько стаков можно мельником? Мало, потому что я один хилю. Ну, прожми антимагический щит, прожми незыблемость. У тебя уже сколько там, 20 стаков. Ты не отошел от холода. Так, давайте, экспертное мнение. Мы за одну взлетку переведем. Нет. А если рост? Нет. Да. И рост, ну, да. Нет. Ну сейчас. Нет. Да или нет, блин? Нет, не переведем. Ладно. Сейчас за мне не показывай.
Сколько процентов? Сейчас посмотрим. После притяжки раз. Я скажу, перейдем. Убивайте глыба до 200 тысяч без дос. Все, хватит, не бейте. Слишком много миликов, не переведет. Сзади падает. Переведем. Нет. После сейчас давайте, рост. Или нет, после притянем. Пока что бейте, ничего не стопайте, я захилю. А. Не стопайте милики. Захиль там. Я захилю, отвечаю. Давай, отвечай. Захиливай. О, на мне суп. А не хиль. Ладно, все равно похилю. Макгрегор, прожми. Незыблемость. Ебашки. Первую метку влево. Смотри, протопал, ты как скидываешь так и сразу меняй. Кто там говорил не переведем? Да? Ладно, все тише. Смотрим. В сторону метку. Макгрегор, метка. Макгрегор, метка! Макгрегор! В сторону, все, я, блядь. Я стою. Филим, поднимай чернику. Извините. Game not heal, void. Под босса метку. Сакру прожимай, протопал. Рида, пожалуйста. Беги, малышка, беги. Побежали от притяги. Следующий под босса. Килы с освобожденкой. Улёг. Я вижу. Давайте гимноману. Под босса следующую метку один. Не топ. А знаешь что, ты скидывай стаки за глыбы. Я скажу, когда на перетяжке, хорошо? Под босса QV. Что тут еще сказать? Дайте баф. Сливайте метку. Следующая притяга. Под босса метку черника. Отбежали и скидывай стаки. Сейчас поворачивай босса на нас. Метку не бей. Беги, малышка, беги. Отбежали все от босса. Следующий под босса. Бля, опять освобожденка, капец, заметет, гимна от хп, давай. Был уже, я протупил вместо маны. Молодцы, пацаны, что отбегаете. В сторону. Ну, конечно, это весело так хилить, но, блин. Нардру мертвый лежит, я с освобожденкой. Добивайте босса. В сторону метку. Похилайте, это зашибись. О, Эртру как раз молекоса. Отбегать вы не умеете, конечно, от перетяжки. От глыбы тоже не умеете отбегать. Жабоч, у него есть такая, кстати. Кому-то на вов надо? Каприст. Ну, Шуренька, у тебя вообще колец нет? Ладно, ну, держи. Воеватель. Это уже второй круг, Олег. Ну, давай по второму отдаем туда. Котину ты танчил еще когда-нибудь?
Ну, да, я имел в виду шаркаря. Там. Надо мобов станет, когда они в выступлении. Если нет станов, прожиматься. А ты на кнопки? Я запускаю. Ты на кнопке сейчас играешь? Я? Активация РК. Не. Голос? А что? И кажется, да. Кажется, что это... Голос очень странный. Кажется, что на кнопке что фразы пропадают. Мы даруем тебе быструю смерть. Далеко, наверное, от встроенного микрофона сижу. Погубил десятки тысяч душ. Я по диспелю чему. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои. Давайте сегодня рейд героев. Рейд рекорда. Целка. Моей безграничной. Заду фуриков 22 дам. Да будет так! Герои в атаку! Я один за рестер шамана пью, да, за одну секунду до боя зелье быстроты. Зачем, блядь? Боже. Ладно, я это пошутил сейчас. КПС побольше выйдет. Давай, точечный таун. А, там кто-то стадо вызвал. Ну, вам что делать нечего. Я дисплей. Зачем? А, понятно, дисплей. А чё, бейте так. Бейте. Всё, забирай. Какой-то очень нехороший человек это сделал, который не знает тактики. Всё, теперь. Выносите сейчас чуму протопалу. Ну, Эрс, давай. Всё, сейчас переход, все на край. Так, присты можете спеть гимн на ману, если есть. Блин, я только сейчас вспомнил одного протовара, который танчил в зиме шаркаря, подвел до дедозоны. Так, до дедозоны. Это был со мной в рейде, Том? Ты был в чате. А, я помню, да. А, это... Четверг был или чё? Такой фигней страдали. Хотя по станам. Фрешблад, кружок, машуленька, ромб, ями, трусы. О, графит, молодец. Ты что, ШП у нас? Что-то я задумался. Да, офигенно задумался, блядь. То есть можно захилить. А... Лука трудно. Короче, рост. Когда 2 минуты, как урод? Блин, а я дал уже. Рост. Да, похож. На третий дадут. Да я забыл, я же это падал. Второй давайте. Вальк. О, я в вальке, прожимай что-нибудь. Я в вальке, захилю, не могу хилить. Я захилю, не прожимай ничего. Сейчас осквернение будет, вышли с центра все, разбежались, жабыч, от жабы вообще все отошли. Не выпрыгивать осквернение.
вальки и одновременно осквернение. Просто выбегаем. А можно могу ману залить или? Лево, влево, пошли. Жабыч, отойдите от него. О господи, прожми сакру. Не выпрыгивать, не выпрыгивать с него. Господи, пока. Боже мой, что ты наделал? Господи, что это? Румынский разбор. Жабыч, ты тут ку-ку. Жабыч, что да? Ты понимаешь, что вальки летят к краю, а ты со скринем к краю бежишь. С гусиногорского шоссе. Короче, давайте упадем. Не хочется сейчас драить его. Эти вмешательства. С осквернением бегут в сторону. Как это, блять, объяснить? Вот перед тобой лич, позади, позади край. Вот туда к краю летят вальки. К трону, короче. Блять, я объясняю. Вот у человека две руки, правая, левая. Я объясняю. Вот сзади край, блять, туда летят вальки. Ты повернулся лицом к краю, вот туда летят и вальки, блять. На тебе лужа. Хули ты вперед бежишь, блять. Повернись направо или налево и беги от валек. Ёбаный стыд. Может, от валики бежал, получается? Так он бежал-то, сука. Надо разрывать расстояние с вальками быстро. А не бежать по ходу их. Надо не сковыривать пробел. Румынский разведчик. Разрывать расстояние с вальками. Справа была разбита тупо лужа, понимаешь? Вот просто была тупо разбита. Так рейд-то под вальками? Рейд-то под вальками? Поэтому с ними надо расстояние разрывать. Они ж, сука, все милики там стояли, блядь, все и сдохли. Нужно просто заранее сказать, с лужей вправо или влево бежать, а рейд в другую сторону. Чтоб все знали, куда будет человек со осквернением выбегать. Да нужно так, влево или вправо. С осквернением побежит вместе со всеми. Один раз тактику прочитать, один раз. Мозг свой включить. Ну да, мой косяк, я не сказал, куда выносить осквернение. Да, уже надо было понаделся на упор. Влево или вправо, чтоб все знали, куда. Я говорю всегда или вправо, или влево. Там табличка такая, осквернение на мне. Ну видно же, сука, что он с вальками бежит. Гусь этот деревянный, блядь. Что это за бред перед первой зимой именно все мимо протофала бегут и хотят норовят у него забрать оскверняху? Не понял, что ты сказал, прослушал. Ну, короче, перед первой зимой протопал танчит шаркаря. Потом все, когда разворачиваются, бегут на край платформы, бегут мимо протопала, могут спокойно забрать чуму. Присоните, а. Вообще-то чумы не должно уже быть после первой переходки. А до первой переходки, ребята, до. Да КВ по-любому, блядь. План. Резните, а. Да запарили вы вас, резать уже. Нет. Давай резай тунеядец. Да он кого-то резнул там. Спасибо. Чего я не знаю, блин. Посмотрите видео Парагод, первое в мире убийство лича, и делайте так, как там делают. И что ты сделаешь? Научишь? Ой, лол. Лапу друли. Кто это такой воинственный? Да какие макросы? Да я лучше тебя хилю, давай заходи на свою приставку. На 5к, на 5к голды. А ты уже один раз поебал 5к, дружище. Мне говорят, ты меня отдаешь, я поэтому с тобой спорить не буду. Ну все, зассал, я понял. Да я ничего никому не должен, не базарить. Меня выкинуло. Понял, захожу. К сожалению. Да, там друид не фловый, хосты меньше, чем у того было. И у меня еще в вальке 12 секунд, я по видео смотрел. На 500к там, меньше было от хила.
Давайте постараемся убить. Пошли в жопу, чего ржете? Убить Ильича, чтобы не спушили мой мерзкий чек на пул. Твой мерзкий чек на пул? Рыба. Не, я прервался. Да. Да хули Крис лучший хил в мире, бля. Все остальные хилы просто преклоняют колено передо мной, бля. Так, чего не хватает? А рыба есть? Принцлер. Давай заходи в дверь. Нет. Так, вопрос. Кто-то знает персонажа Крест Паладин? Знакомый ник, не могу вспомнить откуда. Так он был в Кнутах, по-моему. Кто? Ну, Паладин такой крест. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Сейчас смотри, первое осквернение Войд заливает рейд нахуй. Ты пройдешь через эти мучения. Будем мать и пэкту заливает. Будешь молить о пощаде. Да, будет, но что-то ты меня беспокоишь, как ты прожимаешься. Твои отчаянные крики. Спросишь у Войда уже. Научу играть за БДК. Протокол, а ты... за Мишку. А ты хорош. Что хилишь за Эршаму, Герри? Протопал кот Тимус. Хочет его. Не хуже других. Ну, посмотрим сейчас. Зайдешь и кину инвайт. Мог бы себя подиспейлить. Я все ждал, когда ты диспейлишь. Зато теперь ты знаешь, что этого не произойдет, если что. А тянишь окорячу дальше от РПД зоны. Ну так это ж показатель скилла. Герри это надо делать. Блин, у нас 56 уже. Давайте быстрее. Давайте на переходка. Я ставлю тотем на ману. Гимн на хп. О, гимн на ману пой. Не стань моба. Таркаря. Пайна. Внешне. Бля, я свернул окошко и... Я еще здесь с вами, ребята. Какая удача. Ты видел, где я стоял сейчас? На краю, да? Да. Я сейчас не видел. Давайте, ромб. С центра вышли все. Да я сверну на секунду. Давайте, осквернение на рейндж все вышли. Так, смотрите, теперь будет осквернение с вальками. Мы осквернение выносим к трону, это справа от звезды. Весь остальной рейд смещается влево. А если не знаю, где право, где лево? Ну, минус 500 EP, значит, если вайп рейд. Станы давали по вальку?
Кружок, фрешблат, ромб, машулька, яме, трусы. Оп, видите, где звезда? Отбежали, все, разбежались. О, видите, как член выбежал? Так надо осквернение выносить. Он долго тренировался, я думаю. Да, где-то дня два. Идем дальше. Осквернение сначала будет. Все на дистанцию с центра вышли. А, уже переходка пошли. Я точнее Гера, я забыл. Давайте все на край. Отдаю чешку, спасаю ваши рейд, ваши жопы. А, уже все на край. Тоже пришли. Жопы уже я спас. Давайте еще один гимн на ману. У меня 6 команды осталось. Инари там позаливайте. А, я ж хотел написать про Бугимена. Чё-то, кто там гимн даст на ману? Я уже давал. А кто еще? Кроме тебя больше нет, он остается ты. Ладно. Шарик добейте. Стойте все у края, ждите, пока Лич сам придет. Шарик бы добить еще, конечно. Муэрс, Муэрс, сбиваешь антимагии и каз с духа. Если ты эльф, да, волшебный поток прижмешь. Помолимся, чтобы он сбил каст. За осквернением следите. 5 секунд. Ну, на Кордобе. Ледяная скорбь, повинуйся мне. Топал, давай взрывай духов. Что-то ногу защемило. Комить, вот, молодец. Ну как кнопка, блядь, именно не прожалась тучки. Я видел, блядь, глазами. Сука, как рад. Чилим, поднимай метеота. Смешно было сейчас. Боже, воскорнение в мили-зоне. Пилим, кстати. О, блин, я же сам упаду. Убегайте от воскорнения пару секунд. Блин, вот. А? Глаз зачесался, подбили цели. А что-то я подвиг. Бля. Правую руку кнопкой вышли человека. Все вайпнули себя. Че, ребята, никакой тактики, просто зарганули по тупому. Почему? Ну, как обычно. Никогда не видел хорошую. Отличная тактика, мне понравилась. Good job. Аванс, забери с гильдии, я тебе кину вайп, получишь хп. Да можно там перехиливать, просто мне это не надо, как бы я не стремлюсь кого-то перехилить. Что движет вами? Только спорит, а потом не отдает. Пари. Да нихуя я не спорил, пересмотри видео, ебать. Ты отлично. У вас в голове что-то не так? Да мне похуй, хоть блядь, что говорите, я не спорю. Да, вот из-за этого человека у нас такое мнение, слишком много мата. Мат влияет на карму плохо, ты не знал? Нет. Да, влияет очень плохо. Что-то картошка плохо. Не будет расти в огороде. Да, мне картошка. Бля, как только докажут существование кармы, сразу перестану материться, бро. Ну вот именно. Как 46 лет, говорила Матахари, старый хатвер. Мат влияет плохо на... Да, Таисия, помнишь такие слова? Да. А балбарец с матами просто жесть. Да, это баба была, конечно, перебор. Там даже если ты говоришь слово «бля», она такая: «Уж, что ты делаешь, нельзя там». Бля, сука, бля. Она там из рка выходила, если кто-то матом ругался, мучила там. Она бы Войда бы распылила бы сразу на молекулы здесь, если бы она была. Да, это... сразу. Да не, Войд норм еще, Каноба он.
Да Коноп уже не матерится, дал клятву. Таких, как Коноп, раньше в адептах не было, когда Матахари играл еще. В смысле, я хуже да. Коноп матерюсь? Это было бы нереально просто ему там играть. Коноп уже постарел. А Вэнс, ты тут? Белинг. Кажется, Миша. Так ливай с этого, этим магом. Только напиши всем, пока ги там было хорошо, и потом ливай. Скажи, что мы Макгрегора взамен пришлем. И напиши, чтоб не кидали тело на Глору. Не, ну вчера в геле, конечно, жесть. Видели вчера лут? Два метриоса, блядь. Это просто жесть. Нормальный лут. И забрал один. Нормально, мне на АДК надо метриос. На АДК? Я бы паролил бы его. Если бы я пошел вчера ДК, я бы два забрал. За фул, да? Я бы переименовал ДК потом своего там как-нибудь в Коноп там. Прибавлением буквы как-нибудь. Или дабл метриоз. О, две глоры! Две глоры. Вот это лут. Отдай мне две сейчас. Дай ему две в натуре. Их можно две взять? Можно, может, и фурик. Если никто не будет ролить. Дай мне две. Дай ему две надену. Одевай, Машулька, не роль. Не роль, не роль, отдавай ему. Я одеваю сразу две, одну. Одевай. Машулька, ты раз. Где надо? Где вторая? Да не, на ретрика не надо, запей. Пусть это с Герой. Да не надо, какой ретрик? Вару. Вару, давай. Вару, давай. Давай ему. Дай мне вторую. Да тебе зачем? Ты что, ты жадничаешь, отдай мне. Да ты что, нормально будет у него с мастерством. Ну лучше отдам второму. Меня кап мастерства будет. Да они гонят. Да слышишь, отдай в натуре Вару. Они гонят, кто кидали ролл. Вару. Тури, давай, я одевай. А сразу. Если кинуть на эту Глору в отвары? Да не кидай. Ладно, дай. На, держи. Смотри, одевай. Ёб красоты. Бля, почему там уже тела нету? Прикинь, чувак бы кинул. Кинули на две Глоры. Чё мастерство, скажи, сколько? 35. Так заебись. Тело, блядь, что две что у вас происходит? Вам что, блядь, скорую вызвать? Да вообще, какие-то вы неадекватные. Они не понимают, слышишь? Они не понимают. Мы-то за фуриков играли, у меня три фурика, блядь. Я знаю, какое это счастье, блядь. Рогнас, ты идешь в гильдию, блядь? Я кнуры прям в руки. Мы тебя оденем до биста. А слышишь, пошло по кольцу, Олег, ты не увернешь. Что там, кольцо кидаешь второго? Не только кольцо, там, короче, еще этот был. Да, я забыл. Бог эфире. В смысле, боешки? Давайте кольцо пароль. Да. Давай пароль, натуре. Бог, помоги, Господь. Сука, 6. Машуленька на меня ролит, на Войда, кидай пароль. Давай. Почтой отправь. Так. Пояс. Давай, пояс, ну-ка. Смотри-ка, сотка. Давай. 26 Рогнас. Смотри, да? А? 98. А метеор 98. Фу. Прикольно было. Вообще две Глоры вообще прям от души. Потерял, Олег. А что, я выбрала колечко? Выбрала колечко. Да, ну почему тела с нами нету? Ну вот прям тело, ну необходим был в этом рейде. Ну не заметил, что я не паролил, чест себе забрал. Кто на ИП заходит? Я слушаю. Давай, там я тебе куплю, да? Сколько ты мне ИП дашь? Из какого завета пришел к вам или когда, я не помню. Че там? Да, когда начались проблемы, флот, продление людей. 750? Раз, два, четыре. Да. Ой, да, 750. Ага. Рогнас, идешь в гильдию, у нас много неадекватов, оденешься по бису. Нормальный людина. Зачислите. Потом вернешь обратно. Вот ты. Где ты там состоишь? Кто на ИП? Плюс быстрее только.
Ну, по-моему, у нас было больше, чем 20. Ясно. Ну вот. Изначально вроде 21 было. Ну, потом 22. А, Венс, давай. Лет, я постановила в чат. Ура! Не зря я взял одного человека в гильдию. Ой, точнее, не пошел в рейд, взял одного человека в гильдию. Даже двоих. Победа. Скажи, какой сейчас будет рейд? Уверенный, уверенно сильный или, ну, средний, обоссанный? Ну, я предлагаю в 19:30 начать сбор. Сегодня онлайн больше, чем вчера. Ты чё, ты смотри 41 онлайн, давай я начну сбор. А ты это идёшь, ну там до ребра уже подойдём. Топайся, блин. Так, ребята, я накинул ЕП, оповещение просто выключено здесь. Чё, может, начну сбор? Ты ещё... Он на своём. 96, ё-моё. Катинус. Ну, не знаю, заводи своего шамана. Начислили, начислили, давайте. Блять, ну это было прикольно, две, сука, тело, мировой чувак. Чу, а сколько чувак орал? Ну реально несколько месяцев, по-моему. До сих пор чё? Периодически орят. Целенаправленно, слышите? То есть... Сердце схватило бы нахуй. Чё, когда Глоры забрал, да? Прикинь, где Глоры забрал. А потом, ну... Сука. Прикинь, с Герой так забрать, нихуя себе. Прикинь, сейчас он пойдет в Геру просто, и тут же там же упадут две Глоры, бля. Так а чё, может реально целую гильдию взять и выбить ему Глору или кинуть его на Глору? Подумать теперь, кем рекорд установить, бля. А есть у кого-то сейчас ВРК, БДК, ДД? Бля, это вот стрёмно, что нет. БДК, ДД нету ни у кого? Это редкость. Бля. По-моему, БДК, ДД не особо дамажит. А я хочу, короче, взять БДК, ДД, чтобы у меня две истерии было. Понял, да? Ну, нихуя себе, это интересно. Я хочу еще три роги взять, и чтобы, короче, блядь, два роги мне ебашили триксы, нахуй. А, слышишь, по БДК... И 15 БДК танков возьми еще, каждый будет по очереди кидать три серии, нахуй. 40к будет. Сейчас тебе БДК ДД будет кидать. Чем вы ржете, вы, да, не захили под истерию? Жабы, как говорил, башка, плечи, перчатки и низ. Грудь берешь света или покупаешь залет кожаный. Макгрегор, ты тебя-то походу БДКшкой возьмут, да? Или кто там, блять? Ты тоже есть там БДК какой-то? Не, есть БДК. Поклонский есть. Протопало к себе, но нет. Так я не буду сейчас собирать рейд. Ну ты в 30 минут будешь, да, собирать через... Не, я сказал, я не буду собирать ничего сейчас. Я вам просто предложил собрать в 19:30, чтобы люди... Если хочешь, собирай сейчас. Ну давай тогда сейчас буду ждать. Так... Я даже не знаю, кем пойти, блядь. Ну все, сейчас будет сбор там. Кто в РК там, заходите на персов. Агрегор ФДК. А, ДК у тебя есть. Значит, на Кокер ФДК. Быстро добиваем вас из боя.